чтобы обиднее было. Нужно защитнику. Тимыч. Хороший Тимыч. Как ты сегодня блокировал разрыв? Серёжа? Серёга, кстати, юный. Парни, да, минуту внимательно. Понимаю, давно не играли, было много драк, движение было тяжело. Да, но все равно, даже в таких играх, когда что-то не получается, мы должны играть правильно. Молодцы, что выиграли, да, нашли путь к победе. И сейчас к Андрею. Андрей вам даст рекомендации, кто чем занимается. Завтра немножко состав поменяем. Так что сегодня молодцы, что делаем.